27 апреля 2018 год. Долотный переулок 7. Нарушение ПДД. Госномер Р-971. ОН-163 регион. Уже неоднократно он здесь паркуется. Парковка на тротуаре. Вот смотрите, здесь ходят школьники. Так, молодежь, вам где удобно ходить? Вот по этому тротуару или по дороге? Вот он молчит. Ну, идет по тротуару. Второй автомобиль у нас с нарушениями ПДД. Е-268 ЕК, 163 регион. Так, и обращение к школе 145. Привести в порядок прилегающую территорию, к забору школы. Субботник, я так понял, провели у себя, а вот здесь за забором никто не убрался. И также нужно связаться с руководством СУТЭК и попросить убрать свои трубы. Думаю, что директор школы это может сделать. Телефон я предоставлю главного инженера.